Всем доброго времени суток, уважаемые подписчики и зрители канала. С вами Гакомбо. Продолжаем проходить с Infamous. Блин, хотел сказать Second Son, но нет, это First Light. Погнали! Так, ну телефон звонит. У тебя проблема. У меня проблема. Тесс хватает моих людей почем зря. Если так пойдет и дальше, у меня их совсем не останется. Некому будет охранять твоего брата, понимаешь? Помоги ему. Знаешь, я с удовольствием научу твоих парней, как не попасть в лапы Деза. Не надо на меня наезжать. Копы сели мне на хвост. И все из-за твоих чертовых лазеров. Выдохни, чувак, я все сделаю. Если разгромить комплекс, будет меньше народа и больше кислорода. Ладно, только не забудь про моих парней. Не забуду, босс. О, боже мой, какой же он урод, а? Ему все это, ему нужно было мне помочь только потому, что... Только для того, чтобы меня потом шантажировать этим. Нехорошо так делать. Что такое проводник? Спасите людей Шейна. Почему я должен постоянно спасать его людей? Сегодня я приду к вам домой, и вы попляшете. Они быстро строят. Выходите, твою мать. Ну, маленькие Шейны, бегите. Маленькие Шейны. Дэс! Здорово! Все туда. Нравится, да? Спасибо, придурки. Вот так. Я вот давно мечтала это сделать. Ну, блин, кстати говоря, в ну, в обычной игре можно было эти мостики уничтожать, а у проныры нечем их уничтожать. Еще приехали. Они увеличиваются. Вау. Это будет посложнее сейчас. Можешь просто вот так вот сделать и свалить. Валите, шапки. А победите. Печально. Тихо. Меня только один этот напрягает, блин. Вот реально. Твои громилы снова пасутся на природе. Ты такая хорошая, преданная работница. Иди нахер. Пожалуй, тебя надо наградить. Проныра! Брен, куда он тебя посадил? Не знаю, но это не важно. Беги, пока Тесс тебя не сапал. Видишь, детка, если ко мне по-доброму, я дам немного Брента. А если нет, то отниму у Брента ухо или зуб. Задание выполнено, что такое проводник. Хорошо, это было достаточно легко, если честно. Ой. Говорят, твой
брату Шейна. Мне жаль, но я его знаю. Пока ты ему нужна, Шейн ни за что не отпустит брата. Ты по опыту знаешь? Слушай, я хочу тебе помочь, но это должен быть наш секрет. Встретимся в научном центре, и я все объясню. Хорошо. Я не против. Блин, как-то после вот этого буста как-то особо прям вообще не чувствуется обычный бег. Такое ощущение, что просто бегаю. Как я, если просто буду бегать, то это, наверное, ок, медленно будет казаться. Полный контроль. Помогите Дженни сдержать Шейна, который стремится захватить власть над городом. Дженни, ты здесь? Как дела? Загружаю программу на твой телефон. Видишь приложение для видео? Включи его. Что это? Картинка с ближайшего полицейского дрона. У Шейна скоро будет доступ ко всем этим штукам. Он подкупает копов. И что? А то. Если хочешь найти брата так, чтобы Шейн об этом не знал, ищи и уничтожай эти дроны. Почему ты мне помогаешь? Потому что тебе не понравилось, когда забрали ту девушку. Мне уже не вырваться от Шейна. Но ты можешь. Мне найти, что ли, надо? Хорошо, что меня не укачивает. Это была дорогая штука. Так и есть. Они по 90 штук каждая. И еще одна на углу третьей из плюс. А, мышку задел, черт. Так, ну, что-то было подобное в основной игре. Мы только уничтожали ради того, чтобы прокачиваться потом. Видишь? Они везде проходят. Если такая будет у Шейна, он с тебя глаз не спустит. И брата тебе не видать. Ясно. Сейчас сломаю. А это по закону? Ну, мне пофигу, например, да, по закону-то или нет. Похоже, полиция включила еще одного. Он движется чуть быстрее остальных, так что ловить его будет сложнее. Быстро это ничего, это моя тема. Ну, сзади меня! Это не дрон. Ой, бери. Серьезно? Ты не знала, что это вертолет? Извини, они так похожи, они выглядят. Как они могут выглядеть одинаково? Один маленький дрончик или один огромный вертолет, блин? Охренеть просто. Франера, ты жива? Извини, я тут не смогла отличить дронов от вертолета. Ах, неважно. Не я же превратилась в пылающие обломки. Тут он движется быстрее других. Кажется, я знаю, где Шейн держит своего брата. Кажется, это здорово. Шейн переводит пленников с места на место, но, по-моему, я поняла его систему. Все, я официально прощаю тебе вертолет. Куда идти? Я уже там. Хорошо, слушайте, это очень круто. Если мы сейчас вообще на Шейна лучше не работать, его просто надо остановить и все. Так что мы сейчас попробуем освободить Брента.
Если у нас получится, то это будет очень круто. Цена спасения. Обыщите город и выясните, где Шейн спрятал вашего брата. Шейн убеждает всех в том, что он новая акула, и для этого сажает смутьянов в контейнеры. И моего брата тоже? Да, но я не знаю в каком. Их 4, и все охраняются. Если начнешь их вскрывать, у тебя будет пара минут. Потом Шейн узнает. Буду действовать быстро. Спасибо. Первый рядом. Пока не подняли тревогу. Здесь пусто. Иди к следующему. Быстро, пока никто не хватился этих охранников. Я заглушу их систему связи. Это даст тебе время, но ты должна спешить. Шейн постоянно хочет быть в курсе дела. Его люди должны все время выходить на связь. Поспеши. Если меня поймают, он, наверное, решит, что это ты рассказала мне про контейнеры. Я буду уже далеко. Помогу тебе и спалюсь чистой совестью. Чистой совестью? А что ты натворила? Угости меня коктейлем на пляже, где-нибудь далеко отсюда. Тогда я расскажу. Ладно. Проныра, скорее. Могу накормить неоном. Надо. И напоить тоже. Откуда столько полиции? Они просто кишат. Ты разнесла базу Деза, и полиция работает в 2 смены. Ты мой друг, враг народа номер 1. Вот так. Да, блин. В каждой части Infamous мой главный враг номер 1, блин. Никогда ничего не меняется вообще. Да. Здесь никого нет. Тогда давай к следующему. Бегом. Вот так вот теперь доверяй людям. Привет, Проныра. Что это задумала моя девочка? Сейчас я как бы занята. Да ты задыхаешься. В чем дело? Представила, как я голышом скачу на твоей лошадке? Но это я понимаю. Или у тебя снова началась паническая атака? Я угадал? Нахрен иди. Снова свернешься клубком и отрубишься? У меня на хвосте копы. Пока. Надо почему? Тут никого нет. Не знаю. Остался только один. Он наверняка там. Я взломала компьютер Шейна, чтобы узнать, где бренд, ясно? Я ради тебя рискую собственной шкурой. Пожалуйста, не подведи. Я не подведу. По крайней мере, постараюсь. У меня очень мало времени. Проныра, давай. У меня нет времени. Успел, успел. Все. Его здесь тоже нету. Дженни, здесь пусто. Это подстава. Дженни? Боюсь, Дженни сейчас не может подойти к телефону. Не трогай ее. Думаешь, я не заметил, что стали пропадать дроны? А? Об этой
этой истории знала только Джесси. Я должен был выяснить, на моей она стороне или нет. Все это моих рук дело. Да ладно. Мозг — это она, а ты просто лазер с розовой челкой. Дай ей трубку. Ты опоздала. Она уже вышла. Ну, если поторопишься, то, может быть, еще успеешь. Твою мать! Твою мать. Видишь, Проныра, Женя заставила меня это сделать. Она знала, какова цена предательства. А ты-то сама знаешь? Мой брат, ты убьешь брата. Хорошо. Пусть смерть Женни не станет напрасной. Делай, как я скажу, и тогда твой брат будет жить. Почти получилось. На задание уплынуться на спасение не получилось. Знаешь что? Встретимся на крыше Pioneer Building. Нам нужно копов убивать. Себя бы убить. Глава Сиэтла, помогите Шейну взять Сиэтл, твою мать, под контроль. Так, Шейн, я здесь. Извини, крошка, я отвлекся. Возьми телефон и все увидишь. Коп, которому я плачу, наконец дал мне доступ к камерам. Вот то, что они транслируют. И что? Просто копы? Да, и они защищают начальника полиции. Я мечтаю с ним встретиться, но, к сожалению, не в такой большой компании. Я не собираюсь убивать всех этих людей ради этой встречи. Я их отвлеку, устрою шум, чтобы им пришлось выяснять, в чем дело. Как скажешь, золотко. Если встреча пройдет так, как нужно, я на много лет стану правителем Сиэтла, а ты с братом сможешь уйти? Я устрою заварушку. Продолжай в том же духе. Копы уже нервничают. А вот это ты зря. Вот это ты реально зря. Сейчас я тебя там просто убью. Мразина такая. Хочешь, чтобы я тебя увидел? Хорошо. Наконец-то. Не давай копам подойти. Не хочу, чтобы меня прерывали. И давай без шуток. Безопасность твоего брата зависит от моей. Ой.
Ну вы поняли, да? А да, точность. Боже мой, как мне... Вот это тупое задание. Вот это реально тупое задание. Это так вообще, блин. Почему разработчики так любят задания с защитой, блин, чего угодно? Что, под другое придумать не могут, что ли, или что? Как я не попал-то? Все, блин. Золотко мое. Шеф хочет тебе кое-что сказать. Прекрати. Я предложу твоему боссу те же условия, что я Голом. Только убирайся из города. Слышала? Все получат то, что хотят. Да? А где мой брат? Держал его в паре кварталов отсюда. Теперь сама с ним разбирайся. И это все? Ты же все слышала. Ты уезжаешь, я становлюсь боссом. Все счастливы. Какой-то он слишком добрый стал, нет? Что-то на развод как-то похоже. Ну, сейчас увидим. Я не думаю, что он просто так меня отдаст Бренту. Он же может использовать меня намного сильнее. Там у меня такие ко мне могут быть требования вообще. Он что-то как-то так легко дал. Что-то непонятно. Не нравится мне это все. Брент? Извини, детка. Но у меня на хвосте Дес. А теперь, когда шеф полиции у меня в кармане, ты стала просто симпатичной обузой. Ядовитый гад. А, твою мать! Ах ты трус! А что делать? В тебя стрелять, только зря патроны тратить. Когда я отсюда выберусь? Знаю, детка. Поэтому ты не выберешься. Сама понимаешь. Когда мне становилось страшно, я думала о Бренте. Только он мог меня успокоить. Я цеплялась за воспоминания. Какой ты ублюдок, а? Брент знал, если мы не уедем отсюда, то никогда не завяжем. Он брался за опасную работу ради денег. Хотел купить катер и уплыть в Канаду. Я говорила ему, что это бред. Но когда он пришел без пары зубов, я завязала. Хоть меня адски ломало. Ага, окей. Когда это должно было произойти? Угу. Так, смотрим дальше. Он оставался рядом все время. Не бросил меня. Он мой брат. Я люблю его. И ничто меня не остановит. Ой, твою мать. Ну, да.
Убить проводника газом? Удачи. У него был бренд, и я не могла его спасти, если бы нарушила сделку. Простите, но как вам удалось вырваться из тоннеля? Этот ментальный прорыв дал вам новые силы? Ну да, я не рассказывала вам. Опять. Ладно, я все покажу. Позовите своих ребят. Ракет. Неплохо. Но почему вы решили показать это сейчас? Потому что я тренируюсь, пробую, набираюсь сил. Дайте врага покрепче. Хорошо, мисс Уокер. Следуйте за красными линиями. Держитесь в центре. Линии-то желтые. Вас будут ждать ваши личные демоны. Проводник, который создает голограмму, без ума от видеоигры про демонов. Я не в восторге от стиля, но для обучения они прекрасно подходят. Победив демонов? Серьезно, демонов? Какие-то странные враги, нет? Не кажется? Кажется, им это не нравится. Мы, проводники, живем в очень жестоком мире. Мы должны защитить себя. Ух ты мой, хрена. Соберитесь, Абигейл. Изучите врага, и его слабости станут вам ясны. Это не живые противники, но ваши чувства самые настоящие. Думайте о шее, направляйте свою ярость, наращивайте силы. Прочь! Я не муха, отвали! Что это такое? Убивайте! Природа не зря наделила вас. Примите ее дар. Боже мой, Юджин, какой же ты конченый! Так, гнев — это инструмент для управления всем вокруг. Мы проводники, весь мир принадлежит нам. А эти с лучами, которые, да, они сильные. Только умирают с одного выстрела. Хоп-хоп-хоп-хоп-хоп-хоп. Да сколько можно-то, а? Отлично.
Похоже, вам начинает это нравиться. Запомните это чувство. Не сдерживайтесь больше. Видите, на что вы способны? Будущее есть только у тех проводников, которые отринут прошлое. Я хочу услышать окончание вашей истории. Окончание? Шейн хотел меня убить, так что выбора у меня не было. Только сражаться. Но проблема в том, что я не знала, где искать его или брата. Она сдохла? Надеюсь, да. О, давай, сейчас вы сдохнете. Еще раз, ну, на всякий случай. Где Брент? Они должны как-то друг с другом говорить. О, гарнитура и размерчик мой. Конвой номер 3. Бутер, не вижу. Нет, Шейн все учел. В грузовиках столько добра, она никогда нас не найдет. Подожгу грузовики с наркотой, и Шейн сразу прибежит. Нужно их найти. Это поможет. Ну что ж, ребятки, я пока что предлагаю на этом закончить. Так что, если вам понравилось это видео, то поставьте лайк, прокомментируйте и подпишитесь. Увидимся в следующей серии. Всем удачи и до новых встреч.